Всем кум. Надеюсь, мы в этой серии найдем быстро ключик и не будем с вами долго бегать. Нам нужно найти ключик, вот получается, чтобы взять этот рог и вот сюда его вставить, чтобы, наверное, открылась вот эта дверка, ну, насколько я понял. Но либо тут поднимется камин, и нас там будет ждать что-то интересное. Ладно, идемте. Нам сюда. Сейчас мы на улицу с вами сходим. Только давай, наверное, посмотрим, что нас тут ждет. Ага, это фото отца. Мы его смотрели. Да, здесь было все заперто. Хорошо. Давайте разбираться. Мне интересно, мы вернемся все-таки. Так, садоводство не твоя забота. Пусть этим занимаются другие. Вернемся ли мы к тому пилоту? В прошлой серии, помните, мы искали ему обезболивающее? Так, в центре фонтана раньше была статуя. Ага, наверное, будет еще сюда статую вставить. Либо нет. О, подпалили. Так, когда-то ты играл слишком близко к колодцу. Мама всегда за тобой присматривала. Теперь и ты о ней позаботился. Че, в колодец вкинул или что? Прикольненько. Так, ага. И сюда, и туда. Ладно, давайте пройдемся. Блин, сколько всего тут мест. И куда сразу идти? Крица, I don't know. Так, читана записка. Уважаемый генеральный директор фон Шмидт. Исследование производства оружия наконец-то принесло компании долгожданную прибыль. Мы наняли больше химиков и оборудовали дополнительное помещение. Полагаю, ваш отец был очень горд таким коммерческим успехом, ведь ваша работа приближает победу Отечества. Окей. О, бонжур. Похоже, лицо статуи разъело. Очередная записка. Ага, ладно, давай читать. Так, искупление в твоих руках. Это ключ ко всему. Омега между красным и синим. Очень интересно. Чтобы получить соляную кислоту, необходимо смешать поваренную соль и серную кислоту. Затем довести раствор до кипения. Хорошо, но это походу соль. Да, нужно взять соляную кислоту. Так, это что такое? Подпаливаем и давай... Давай доводить. Так, S. Угу. Поворачивайте втулку, чтобы получить нужную температуру. Поворачиваем. Главное, чтобы сейчас не взорвалось нам в лицо прямо. Тихо. Поворачиваем. Или все? А, я получил соляную кислоту. Так, а можно, наверное, потушить горелку? Или нельзя? Все, нельзя, да? Ладно, пойдете отсюда, чтобы оно сейчас не мэкнуло. Так, да, мы это читали. Хорошо, у нас с вами есть соляная кислота. Так, для чего она нужна? Так, для чего она нам нужна? Угу. Ну, допустим. Так, а здесь мы не пройдем, да? Либо надо будет сейчас соляной кислотой разъесть вот это все. Аля, игра, подскажи мне. Так, спички, соляная кислота. Ты получил соляную кислоту, у нее... Ага, предыдущий предмет. Закрыть, приблизить, повернуть. Ну да, это так не работает. Ладно, ладно. Возвращаемся обратно. И зачем она нам нужна была? Так, кабинет, хорошо. Давай смотреть. Но здесь мы все вчера с вами читали. Смотрели. Ключика у меня таки нету.
Но зато есть соленая кислота. Может, надо было к статуе вернуться и ее соленую кислоту и маякнуть. Давай попробуем. Явно же мы не просто так ее делали, правильно ж? Так, пошли подойдем к статуе. Угу, где ты? Вот ты. Нет? Тоже не. Так, ну на диске сказано, что если смешать кислоту, получится некоторое вещество под названием танкопожиратель. Ага. И шо? Так, а тут как посмотреть? Никак. Блин, ну мы вроде все тут сделали. Вроде бы все. И шо делать? Так, задача. Найти раствор Карла. Так, мы же вроде уже нашли раствор. Уже все или нет? Ага, тут нужно найти раствор еще какой-то. Сюда мы одну, да, засунули, а теперь нам нужно сделать вот эту вот штуку. И как ее сделать? Так, чтобы получить соляную кислоту, это понятно. А вот мне нужно теперь на доске, скажем, смешать соляную кислоту. Блин, подлка, мне сейчас придется искать, да? А где мне ее искать? Где мне искать эту кислоту? Явно, что они не запрятали ее где-то здесь. Ладно, зачем нам нужна эта лестница? То бы, наверное, как-то чего-то кого-то. Так, тут присесть нельзя. Нельзя. Ну вот, тут что-то есть, правильно? Как мне сюда попасть? Как мне сюда попасть? Блин, ну я уверен же, что лестница тут не просто так. Так, по лавочке. Ну и шо? И в принципе все. Тут я тоже перепрыгнуть не могу. Ладно, возвращаемся. Возвращаемся назад. Так, грабли, это хорошо. Куда мы можем пройти с вами? Крыться кудой. Но здесь мы были. Здесь мы тоже были, да? Так, следы. Или что это? Так, я приказал нашим заводам немедленно прекратить производство оружия. Думал, что это будет предательство. Окей, присесть. Все кончено. Шеф, все пропало. Гипс снимают. Клиент уезжает. Так, это мы здесь тоже были. Следы ведут сюда, и следы ведут сюда, да? Так, ты знаешь, что отец внизу, ты должен его увидеть. Здесь даже нет замка. Как разорвать эти стальные цепи с помощью той штуки, которую мы должны будем с вами сделать. Так, Карл говорит, что я найду все ответы в подвале, но он меня туда не пускает. Я точно знаю, что он хочет нас убить. Ага. Мне нужно найти теперь вторую смесь, чтобы
Эти цепи сорвать. Хорошо, хорошо. Ладно, давайте бродить по дому. Так, ну мы эту записку это уже читали. Эту записку мы читали, чтобы вылечить. Ага. Жены, защитить ее от всяческих эмоциональных потрясений. Окей. Так, ключик, ключик. Блин, ну неужели ты не можешь это разбить все? Неужели ты не можешь разбить? Да-да-да, это мы тоже вчера читали. Так, сейчас, секунду, ребят. Секунду, сейчас продолжим. Так, идем. Блин, ну мы вроде бы здесь все осмотрели, да, с вами? Так, подпалить. Ага. Крокодил. Крокожу. Я не буду крокодить. Блин, ну что от нас требуется? Давайте наверх попробуем подняться. Хотя мы отсюда пришли. Мы отсюда пришли, но давайте все равно попробуем... пройти. Были ли мы здесь с вами, либо нет? Тут закрыто, тут закрыто. По-моему, мы здесь не были, да? Замочек, замочек. Угу, еще вход какой-то. Пожалуйста, пусть дверка будет открыта. Так, нужен ключ от чердака. Да твою ж... Как же вы меня бесите вот этим вот. Ключ от чердака, ключ от чердака. Где мне его искать? Тоже I don't know, да? Так, тут закрыто. Что это? Альфа. Бета. О, дай, дай сюда, дай сюда, дай, 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 дай. Так, сохранение. И шо? Дельта. Но? Что мы с вами взяли? Давай смотреть. Рюкзак, спички, только документы, задачи. Иди за ним. За кем? За кем идти? Чё ты от меня хочешь? Так, мы тут были. Дай пройти. Вроде бы да. Так, а нельзя взять саблю? И... You never did earn it, son. Ты ее не заслужил, сын. Ну и ладно, я не буду брать. Так, директор фон Шмидт, как вам известно, нам удалось разорвать метод лишения вашей... Ага, по окружению сошусь с военной департамент, Лорберт, заместитель. Окей, ну, ничего полезного тут нету. Открыто. Да ё-моё, что такое? Почему тут все закрыто? Так, иди за ним, только за кем идти? Крица, за кем идти? Ой, блин, ну откройся. Откройся, откройся, так. Здесь мы тоже вроде были. Замочек. Так, бонжур. В ванной мы были. Мы тут мячик с вами забирали, да? Так, обручальное кольцо. Что оно тут делает? Лежит. Тоже закрыто.
Блин, а мог бы взять меч, разбить это его стекло, достать рог, и было все проще б. Так, тут открыто. Ага, это вход на выход. Лифт. Все еще не можем, да? Все еще не можем. Может... А помните, там на чердак надо было с вами? Может, потом ключ типа чердака, и мы сможем с вами запустить лифт? Честно, без понятия, куда нужно тут идти. Что от нас хотят? Здесь мы все читали, здесь мы уже везде были. Ладно, давай спустимся вниз, хотя, наверное, навряд ли. Так, тут закрыто, хорошо. Давай сюда сбегаем. Так, эти следы мы видели. Иди за ним. За кем? За ним. Алло. Ну, хотя бы можно было бы на кьюшку нажать и... Типа... Спустись в подвал. Не знаю, поднимись на третий этаж. Тебе нужно то-то, то-то. Но, увы, это так не работает. Так. Здесь тоже все закрыто. Но это мы все с вами читали уже. Дорогой фон Шмидт. Так, а здесь... Угу, здесь мы тоже были с вами. Не помню, что мы тут делали. Ну что там мы тут? Ну там это с вами занимались. Так, закрыто. Вот этот мячик, который мы использовали. Блин, а это не этот флакончик? Не, к сожалению, нет. Но было прикольно. Так, запах свежих масляных красных. Напоминает тебе, братья. Но... Он не мог такое написать. Угу. Механическая птичка. Фить. Окей. Так, откуда мы пришли? Сверху? Снизу? Иди за ним. Я сразу все за ним бы пошел бы, только... Удой. Может, назад в комнату надо вернуться? Где наша спальня была? Вот наша спальня, да? Так, фотографию мы это видели. Закрыто. А здесь что-то открыто. Ля, та ты шо? И ничего нету, да? Прикольно. Спасибо, игра. Так, здесь тоже. Ага, у нас солдатик пропал. Тут солдатик был. Отец идет. Ага. Пусть идет. Так, я слышал, ты перешел в кадетскую академию. Поздравляю я тебя, но... Ну, игра, ну, пожалуйста, ну, дай подсказку. Хватит, как говорится, нас мучить. Блин, придется возвращаться туда, откуда мы пришли. Я уже все обыскал. Если честно, я уже все обыскал. Так, нужно вернуться. Может, тут где-то тоже следы есть, которые я упускаю на полу. Так, вот эти вот. Но они ведут сюда, где тут закрыто.
Хорошо. Плохо, конечно, но хорошо, ладно. Так, здесь ничего открыть нельзя. Нет, здесь ничего открыть нельзя. Здесь тоже нема. Угу. Я реально, наверное, что-то упускаю. Дельта, ну... Что за дельта? Отдай, пожалуйста. Дельта, дельта. Окей, давайте спустимся вниз, посмотрим. Давайте спустимся вниз. Мы здесь были, да? Да. Знак вопроса, знак вопроса. Закрытым. Так, ну это на чердак. Нам тоже нужен ключ. Блин, как же меня бесят такие вот моменты. Окей, Мишка, 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 привет, Мишка, ты нам не нужен. Фотографию мы смотрели, смотрели. Здесь мы тоже смотрели. Так, прикольная. Прикольная, но тут ничего нету. Правильно понимаю? Ну да. Здесь мы тоже читали. Блин, подло. Вот это было зрелище. Это мы вчера, по-моему, читали с вами, да? Wonderful, wonderful life. Да-да-да. Блин, все следы ведут сюда. Кроме этих. Кроме этих все ведут сюда. Я без понятия, что делать. Так, Сигма. Сигма. Так, стопэ, какая-то из отцов книг. Это не то, что, что ищешь. Так, открыть. Ключ от серванта. Маленький ключ от серванта был спрятан в дневнике. Я нашел ее формулу, которая приведет нас к победе. Эта кислота сможет разъесть танки врагов, назову вещество танкопожиратель. Железо и сталь не выстоят против моей кислоты. Это оружие даже мощнее нашего новейшего химиката. Понятненько, понятненько. Я думаю, те люди, которые уже вышли, видосика так и не узнают, нашли мы тут что-то, либо не нашли. Так, давай попробуем открыть, мало ли, может, еще что-то есть. И ключик мы нашли какой-то от серванта. Какой-то ключик от серванта нашли. Пусть это будет этот вот сервант. Е-бэй-би. Так, забрать рог. Хорошо. Сейчас, секунду. И давай смотреть, что тут находится. Так, мне приснился пришли в сон, будто снова был мой день рождения. Так, если бы я только мог сам отправиться на фронт, то проклятая нога мне это не позволит никогда. Хорошо. Идемте, вставим сюда.
Подожди. Это что-то должно нам дать, да? Ага. Сейф. Так, удерживайте диск некоторое время, чтобы ввести цифру. Верни диск повторно, чтобы ввести следующую. И какой пароль? Так, прах прах, упокойся с миром, великий генерал. И какой пароль? Какой пароль, блин, а? Где мне искать? Найди в сейфе формулу кислоты. Блин, мы так рядом и так далеко, да? Так, соляная кислота. Железо, страшный сон. Тут, по-моему, нету, да, паролей у нас? Рюкзак, задачи. Ой, как же ты меня бесишь, Ира. Так, Газель, пароль. Так. Я знаю пароль, я вижу ориентир. Какой тут ориентир? Так, Пауль, 7 лет. Может, он где-то тут в книжках? Хотя, наверное, навряд ли, да? Хотя, наверное, вряд ли это так. Так, здесь больше ничего нету. Сюда. Так, хорошо. Блин, ну единственный вариант это мне ставить сейчас на паузу и посмотреть пароль, как говорится, в ваших интернетах. Потому что это будет очень долго и нудно, я так понимаю. Так что, ребят, давайте сейчас я быстро поставлю на паузу, посмотрю и мы продолжим. Так, пароль у нас где-то у нас 08, если не ошибаюсь. Давайте смотреть. Раз. Два. Три и четыре, да. Можно было, конечно, поискать эти все загадки. Но это сильно долго. Я думаю, нам это не надо, правильно? Так, давай смотреть, что это такое. Емкость с химикатом, хорошо. Так, чтобы получить танкожиратель, способен растворить железо, нужно смешать 3 доли. Угу. Окей, идемте смешивать, ребят. Идемте смешивать. Там разгадка была где-то либо в картине, либо в какой-то записке. То есть, ну... Это реально долго. Так. Во. Давай смотреть. Так, используйте рычаги и заполняй стеклянные емкости. Посередине получу нужное соотношение. Потяни рычаг. Так. А там 1 к 3, да? Так, 1. Раз, 2, 3. Правильно? Неверная пропорция. Погоди. Так, если вшать соляную кислоту, пропорция 3 к 1. Ага, 3 к 1, хорошо. Так, значит, 1, 2, 3, да? И 1. Понеслась. Что значит неправильно? Так, хорошо. 1, 2, 3 и 1. Алло. Алло. Алло, игра. Не беси меня. Так, 1. А тут к 3, да? Правильно?
Да, ты получил нужное вещество. Окей, окей. Идемте тогда с вами откроем подвал. Я так понимаю, это нужно было, чтобы цепь нам расплавить. Сейчас бы еще вспомнить, где этот подвал находился, где мы его с вами нашли. Так, а ну. Не сюда ли нам нужно? Да, вот сюда. Окейушки. Понеслась. Все, открыть. О! Открыть, блин. Отлично. Хорошо, что не надо было еще ключ искать какой-то. Так, у нас направо, налево. Налево, направо. Так, угу, нужен ключик, как обычно. Сейчас мы туда вернемся, давайте тут посмотрим. Давай тут посмотрим. Закрыто. Во. Донде стала библиотека? Не? Ля, по-любому сейчас подойдем, там никого нету, да? Так, давай смотреть. Так, газ затумаливает мысли. Однако окно было открыто, и мне показалось, там кто-то есть. Нельзя больше отвлекаться на собственное воображение. Дело почти сделано. Смерть — это не конец, это врата. Это выход. Первый из голубей уже пересек границу. А можно музыку выключить? Пожалуйста. Можно? Нет, нельзя. Ну ладно. Так, они мертвы. Ага. И сейчас повернусь, а там никого нету, да? О, здорово. Как оно? Жесть. Все? До побачення. Игра закончена. Так, ничья земля. Походу нет. Наверное, мы сейчас будем с вами для летчика нести обезболивающее, да? Угадал. А, до побачення. Нами воспользовались и бросили. Так, ребята, если что, я упал с лестницы. Кто смотрел 9 ярдов, меня поймет. Точнее, 10 ярдов. Так. Крица, звони ФБР. Когда дозвонись, я скажу, что я упал с лестницы. Так, кашель. Так, нам нужно что-то куда-то, кого-то пробраться. Только куда пробраться? Тихо, 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 тихо. Больно, больно, вырубай. Так, мы сюда и пройдем. Кашель. Походу мы откисаем, да? Или не? Или нормально? Ну все, отстаньте, дайте мне пройти просто. И чего вы пристали ко мне? Отстань, дядя. Так. Налево не пойдем. Давайте сюда. Ага, было автосохранение, хорошо. Значит, мы добрались, да? О, отлично. Налево нам явно не пройти. Так что идем направо. Очередная записка.
Так, на французском моих товарищей больше нет. Когда немцы ударили газом, все начали срывать себе маски. Газ выжигал их легкие. Понял. Спасибо за подробную, кажется, информацию. Так, кто ты? Так, считай дни до нашей следующей встречи. Ее не будет. Держу в курсе. Кажется, не хочу вас расстраивать, но ее не будет. О, здорово. Как оно? И что мне делать? О, Петя, Петя, петушок. Золотой гребешок. Понятно, мне нужен противогаз, да? А тут противогаза, походу, и нету, или есть. Так, это что? Ага, это спрятаться. Ну, нам, в принципе, нету смысла прятаться. Нам нужно дальше идти с вами. Так, очередная записка. Ну да, ребят, кому интересно, можете нажать паузу и почитать. Я этого делать не буду. Блин, вот эти вот переходы между домом и траншеями немножко выбивает из колеи. Так, чпуньк. Землянка, земляночка. Так, ага, а вот и противогаз. Только не решишь, ты сейчас живой на нас бросишься. Бля, еще улыбается, довольный. Так, это произошло усиленный фильтр, созданный специально для защиты солдат от нового немецкого вещества, происходящего через... А, проходящего через маску. А фуф, можно просто рэп читать. Да, ты шо жадина, ля какой. Но я поношу, я отдам, честно. Фу, жадина, говядина. Соленый огурец. Ой. Бонжур. Понял, это был твой, да, противогаз? Хорошо. Я обещаю, я верну. Честно, я тебе честно верну потом. Так, нажмите G, чтобы убрать или противогаз. Хорошо, мы сейчас будем с вами очень долго и нудно бегать, да? А, это сохранение, типа. Окей. И что мне делать? Муравью, наверное, приделать, да? Блин, ладно. Давай попробуем еще раз. Этот мне, наверное, надо будет сразу в землянку прятаться, типа. Опа, дом достали библиотеки. Давай попробуем. Потому что явно мы убежать не можем. Так, а нельзя пропустить касцену, не? Ну быстрее, давай. Он сейчас на нас нападет. Ну ты примерно так. Легутчики на легут на место реагируют, когда ты на него садишься. Да. Все, убегай, пожалуйста. Убегай. Давай. Пробел. Побежали. Все, до побачення. Ты детекский конь. Так, пыль по полю летит. Пошли дальше. Так, а мне, по-моему, ага, вот один противогаз.
Да ты шоля, тупо сталкер. Так, G, достать противогаз, это я понял. А где он? Все? Она убежала? Или нет? Так, давай запрячемся. Мистер Бабайка. Where are you? It's me, Марио. Так, ну надеюсь, он здесь не пройдет. Надеюсь, он здесь не пройдет, да? Тихо. Бегит? Или что это? Кто? А ты? Кто это делает? Так, автосохранение. Хорошо, побежали. Все, побежали, побежали. Дай. До побачення. Так, одевать. Ага, сюда не можем, да? Хорошо. Плохо, конечно, но хорошо, ладно. Так, что это было? Это за стрелочка. Что-то нам там показало, только что. Блин, и куда нам? Ребята, куда нам? А, вот она что. Так, налево пойдешь, направо пойдешь. А оно сюда и побежало, да? Это бабайка, наверное, сюда и побежал. Там эти огненные следы. Так, ага, ладно. Здесь тупик, хорошо. И что это? Ну да, это же его огненные следы, он оставлял, ребят. Это мы реально идем по его следам? Прикольненько. Безрассудно, конечно, но прикольненько. Так, я, наверное, предлагаю вам, нам, а ты? Так, предлагаю продолжить, наверное, наше путешествие уже в следующей серии. Так что все, всем спасибо за просмотр, и в следующей серии будет следующая серия. Все, всем пока-пока.